На прошедшем в Чебоксарах кубке по женской вольной борьбе отличились россиянки. Наши спортсменки завоевали 23 медали, причем 5 из них высшей пробы. Претендовала на золотую награду и представительница чувашской команды Наталья Гольц. Удалось ли ей подняться на пьедестал, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Масштаб этого турнира превзошел ожидания даже самих организаторов. Трибуны Ледового дворца заполнились до отказа. Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы отметил, Чебоксарам в очередной раз удалось провести грандиозный праздник спорта. Действительно, мы увидели то, что хотели увидеть. Мы планировали провести мероприятие, которое бы сочеталось в двух таких идеях, двух смыслах. То есть спорт плюс шоу. Наш вид спорта собрал в одном зале более 5000 зрителей. Это вот прежде всего большое достижение, большой успех. И это все состоялось благодаря тому, что, значит, была проведена большая работа, организационная работа во главе с Михаилом Васильевичем Игнатьевым, главой Республики Чувашия, его командой мощной. На Кубок России по женской вольной борьбе приехали более 100 спортсменок из 23 регионов и 4 зарубежных стран. Конкуренция жесткая. В составы некоторых команд вошли чемпионки Европы и мира, призеры Олимпиад. По сути, этот турнир положил начало очередному олимпийскому сезону. Данный вид соревнований, вольная борьба среди женщин, включен олимпийский вид спорта. И те спортсмены, победители, будут отобраны федерацией, другими органами власти Российской Федерации уже в сборную команду России для участия на Олимпиаде Рио-де-Жанейро. Я благодарен нашим спортсменам. Они просто молодцы. Почему я так говорю? Потому что 18 девушек сегодня у нас тренируются в сборной команде Российской Федерации. В составе национальной команды в этот раз выступали 8 спортсменок из Чувашии. Но финал удалось выбиться только Наталье Гольц. Напор своей противницы пятикратная чемпионка Европы сдержать не смогла. Монгольская спортсменка не раз выталкивала Наталью за круг, за что и получала заветные баллы. Итог схватки 1-6. На каждого соперника как бы настраиваюсь, на любого, даже если он неизвестный или наоборот очень известный, на любого настраиваюсь с полной серьезности, но вот буду, конечно, анализировать с тренером все ошибки. За волю к победе на этом турнире наградили и другую чувашскую спортсменку Екатерину Краснову. И хотя повторить прошлогодний успех ей не удалось, Катя обещает наверстать упущенное. Но я не буду останавливаться, не буду опускать руки, я буду работать дальше. У нас начинается все сейчас с Ерыгинского турнира. И следующий год я готова работать по полной программе, чтобы попасть на Олимпиаду. Но все-таки российской сборной удалось одержать первое место в командном зачете открытого Кубка страны. Призовой фонд этого турнира составил 120 тысяч долларов. Снижать эту планку организаторы не намерены. В следующем году соревнования по женской вольной борьбе вновь собираются провести в Чебоксарах. Здесь отмечают почетные гости, местные власти уделяют большое внимание спорту. Эффектная точка турнира сильнейших – концертное шоу. На арене Ледового дворца свои хиты исполнила легендарная группа Бонни М. Мы влюбились в Чебоксары и в жителей города. Дмитрий Ковалев, Алена Алтухова, Сергей Рябчиков и Игорь Зверев. Республика.